Всем привет! Продолжаем играть Fallout, делать вид, что я играю. Ну, я играю, но это такое. И я параллельно зачитываю книгу «Совершенный код» Стива МакКоннелла. Крайне рекомендую ее приобрести. Ну, сегодня продолжаем главу 22 «Тестирование». И продолжим с такой подглавы, в которой есть такой абзац, с которого мы продолжим. Абзац называется «Ограничение тестирования, выполняемого разработчиками». Ну а для начала я загружусь. И загружусь я совсем другой в плане персонажа, да? Совсем другой, чем был до этого. Что я имею в виду? У меня здесь пару уровней, если не больше взял. У меня уже 25 уровень. У меня крутая броня. У меня, короче, много всего. Почему так? Да потому что я решил некоторые... решил, короче, попроходить это на фоне. Почему? Потому что здесь квесты, которые уже надо читать. Отчитать квесты и читать еще книгу, это довольно-таки тяжело. Это голова должна работать в многопоточном режиме. У меня не получается. Нашел какую-то фигурку. Много чего нашел. Нашел, смотрите, вот такое импульсное ружье. Крутая штука. Урон у нее 54-78. Но надо прокачивать энергооружие. И вот я уже до какого уровня его прокачал. Короче, блин, насколько я помню, ну, когда я последний раз играл в эту игру, это было очень давно, я ее прошел посредственно тогда. А на самом-то деле здесь квестов, здесь каких-то предметов, здесь столько всего в этом Fallout, что просто нужно брать, открывать библию Fallout, там вики, и погружаться в этот мир и играть. И это будет очень интересно. Могу вам сказать. Но. Работы здесь еще хватит. В плане этой игры. Я хочу доделать все квесты. После чего пойти и поубивать всех везде. Ну вот так вот. Так будет проще дочитывать книгу. Просто стрелять и все. А чё он хотел? Блин, я вот это никогда не... Я в настоящее... вас это, разумеется, вряд, поскольку вопрос первый теоретический. Ладно. Я тут немного повысил себе интеллекта, чё-то ещё. А, ловкости. Короче, здесь очень много всего, товарищи. Поэтому, когда будет завершающая часть, то я тогда вкратце пробегу по всем локациям и расскажу. А пока у нас часть не завершающая, поэтому... А, у меня вон появился новый собак. Одного собака убили. А это К9. К9, такая собака. Киберпес. Он нормально, я вам могу сказать, кусает, покусывает всяких врагов. Короче, пока то да сё, пока я тут буду бегать туда-сюда. Сейчас надо вылечить этого собака, у него перелом оказывается. Оказывается, собаки тоже могут получать переломы. Все мои напарники стоят в рейдинге, я их даже не трогаю, потому что с ними как-то не то. Они мешают, путаются под ногами. Да, броню я новую размутил. Это на базе анклава. Я прикинулся, что я новобранец. Меня пустили в комнату. И в этой комнате я размутил улучшенную силовую броню. Могу сказать, крутая штука. Кроме всего прочего, помните, там была дыра, и там яма была отравленная. Так вот, вот это... То, что я там нашел. Патроны, энергетическое оружие, винтовочку вот эту еще одну нашел, которая у меня есть. Дальше. Какой-то шприц нашел. Что здесь, не знаю. Нашел какой-то фазер.
Это вот эти две вещи я нашел. Ну, есть случайная встреча, и там был разбитый шаттл какой-то. Я вам его потом как-нибудь покажу. Вот, и там я нашел вот эти три шприца, непонятно с чем, и какой-то фазер. Потом понаходил импульсный пистолет. Есть еще какой-то гаусс-пистолет. Короче, тут куча всего. В деньгах проблемы уже нету, потому что я то, что находил там, разных этих продавал. Да, блин. Блин, ни в чем проблем нету. Единственное, надо бы взять еще один уровень. До него еще немало. И докачать энергоружие, чтобы можно было эффективно из него лупашить. Ну, короче, где-то так. Где-то так. Броня тоже классная, вон там всякие сопротивления немаленькие. Ну да ладно. Пока я тут все буду делать, там копошиться в багажнике, лечить собака и все такое, продолжу читать. Итак, ограничение тестирования, выполняемого разработчиками. Разработчики обычно выполняют чистые тесты. Разработчики склонны тестировать код на предмет того, работает ли он или нет. Это чистые тесты. А не пытаются нарушить его работу всевозможными способами. Это называется грязные тесты. В организациях с незрелым процессом тестирования обычно выполняют около 5 чистых тестов на каждый грязный. В организациях со зрелым процессом тестирования на каждый чистый тест обычно приходится 5 грязных. Это отношение изменяется на противоположное не за счет снижения чистых тестов, а за счет создания в 25 раз большего числа грязных тестов. Так, собака вылечил. Так, разработчики часто имеют слишком оптимистичное представление о покрытии кода тестами. Как правило, программисты считают, что они достигают 95% покрытия кода тестами. Но на самом деле они обычно достигают в лучшем случае примерно 80% покрытия, в худшем 30%, а в среднем где-то на 50-60%. Разработчики часто упускают из виду более сложные аспекты покрытия кода тестами. Большинство разработчиков считают тип покрытия кода тестами, известный как 100-процентное покрытие операторов, адекватным. Это хорошее начало, но такого покрытия едва ли достаточно. Лучший тип покрытия, так называемое 100-процентное покрытие ветвей, требующее, чтобы каждой переменной каждого предиката при тестировании было присвоено хотя бы одно истинное и одно ложное значение. Эти ограничения не уменьшают важность тестирования, выполняемого разработчиками. Они лишь помогают получить о нем объективное представление, каким бы ценным ни было тестирование, выполняемое разработчиками. Его недостаточно для обеспечения адекватного контроля качества. Поэтому это следует дополнять другими методиками, в том числе методиками независимого тестирования и совместного конструирования. Так, новая подглава называется «Приемы тестирования». Почему невозможно доказать корректность программы, протестировав ее? Чтобы доказать полную работоспособность программы, вы должны были бы протестировать ее со всеми возможными входными данными.
и их комбинациями. Даже в случае самой простой программы, такое предприятие оказалось бы слишком масштабным. Допустим, ваша программа принимает фамилию, адрес и номер телефона, а затем сохраняет их в файл. Очевидно, что это простая программа, гораздо проще, чем те, о корректности которых приходится беспокоиться в действительности. Предположим далее, что фамилии и адреса могут иметь длину символов 20, каждый из которых может иметь одно из 26 возможных значений. Число возможных комбинаций входных данных было бы следующее. Ну, по фамилии 26 в 20 степени, по адресу 26 в 20 степени, по номеру телефона 10 в 10 степени, и общее число комбинаций равно 26 в 20 степени умножить на 26 в 20 степени и умножить на 10 в 10 степени. Короче, это получается 10 типа в 66 степени. Ну, больше, чем такое число. Даже при таком относительно небольшом объеме входных данных, вам пришлось бы выполнить 10 в 66 степени тестов. Если бы Ной, высадившись из ковчега, начал тестировать эту программу со скоростью 1 триллион тестов в секунду, на текущий момент он был бы далек от выполнения даже 1% тестов. Очевидно, что при вводе более реалистичного объема данных, исчерпывающие тестирование всех комбинаций, стало бы еще менее осуществимым. Ну, тут на самом деле это я свое чуть-чуть добавлю. Он, ну, как бы очень сильно обобщил это все. Так, надо патрончика у него купить сейчас. 5 сек. Что мне продать? Что-то надо продать, потому что здесь забит багажник. А, вот это я и продам. Раз. Два. Кастет мне этот не надо. Ага, плазменное ружье. Зачем оно мне? Чё, не могу взять? Ну и ладно. Так вот, это он сильно обобщил. Но на самом деле, как по мне, то действительно полностью протестировать это здесь, конечно же, не 10 в 66 степени, а меньше, но немало, очень немало. Потому что в имени могут быть один набор символов, там в фамилии, ну, примерно тот же, в адресе другой. Ну, короче, на самом деле полностью протестировать это да, это немало времени. Итак, неполное тестирование. Если уж исчерпывающее тестирование невозможно, на практике искусство тестирования заключается в выборе тестов, способных обеспечить максимальную вероятность обнаружения ошибок. В нашем случае из 10 в 66 степени возможных тестов только несколько, скорее всего, позволили бы найти ошибки, отличающихся от ошибок, обнаруживаемых другими тестами. Вам нужно выбирать несколько тестов, позволяющие найти разные ошибки, а не использовать множество тестов, раз за разом приводящих к одному и тому же результату. Планируя тестирование, исключите тесты, которые не могут сообщить ничего нового. Например, тесты новых данных, похожих уже на протестированные данные. Существует ряд методов эффективного покрытия базисных элементов. Некоторые из них мы и обсудим. Так, у меня 4 рации. Мне все 4 не надо. Ух ты, блин, я даже не могу взять, ладно. О, вот это мне точно не надо.
Так, а чем забита? Наверное, батарейки занимают много места. Да. Это тоже мне вряд ли надо. Так, а где были? Где были ракеты? Вот ракеты. Так, структурное базисное тестирование. Несмотря на пугающее название, в основе структурированного базисного тестирования лежит довольно простая идея. Вы должны протестировать каждый оператор программы хотя бы один раз. Если оператор является логическим, таким как if или while, вы должны учесть сложность выражения внутри if или while, чтобы оператор был протестирован полностью. Самый легкий способ покрыть все базисные элементы предполагает подсчет числа возможных путей выполнения программы и создание минимального набора тестов, проверяющих каждый путь. Возможно, вы слышали о видах тестирования, основанных на покрытии кода или покрытии логики. Эти подходы также требуют тестирования всех путей выполнения программы. В этом смысле они похожи на структурированное базисное тестирование, но они не подразумевают покрытие всех путей минимальным набором тестов. Если вы тестируете программу методом покрытия кода или покрытия логики, вы можете создать для покрытия той же логики гораздо больше тестов, чем при использовании структурированного базисного тестирования. Минимальное число тестов, нужных для базисного тестирования, найти очень просто. Итак, первое. Начните с единицы для последовательного пути выполнения метода. Дальше. Прибавьте единицу для каждого из ключевых слов if, while, repeat, for, and и or или их аналогов. Прибавьте один для каждого блока case, если он отсутствует. Если отсутствует блок, используемый по умолчанию, прибавьте еще один. Так. Так, и тут какой-то пример. Блин, надо было не читать это. Тут примеры. И примеры я зачитывать не буду, потому что это... Ну, это бессмысленно. Ладно. Прошу прощения. Сейчас перескочим. Ну, тут, короче, смысл в том, что... В том, что здесь что-то тут увеличивается. Всякие счетчики, идет какое-то тестирование. Ладно, ладно, пропускаю. Давайте сделаем вид, что этого не было. Да. Так, новая подглава. Тестирование, основанное на потоках данных. Кстати, да, если вам интересны эти куски кода, то под тем видео, ну, в котором вы послушали, да, я говорил, что я там пропустил кусок кода, или вам интересно были бы просто эти куски кода посмотреть без зачитывания, потому что иногда их зачитываю, то вы напишите в комментарии, и я тогда буду знать, что, ага, значит, нужно сделать отдельное видео по конкретному, ну, по конкретной главе. Вот, то есть так будет гораздо лучше и проще для всех. Так. Тестирование, основанное на потоках данных. Главная идея тестирования, основанного на потоках данных, в том, что использование данных не менее подвержено ошибкам, чем поток управления. Борис Бейзер утверждает,
что по меньшей мере половина всего кода состоит из объявлений данных и операций их инициализирования. Что такое? Тут же были патрончики. Ладно, данные могут находиться в одном из трех состояний, которым соответствуют выполняемые над данными действия, и они указаны ниже. Так, первое. Определение. Это данные инициализированы, но еще не использовались. Дальше. Использование. Это когда данные используются в качестве операндов вычислений, аргументов, методов или как-нибудь иначе. Уничтожение. Это определенные когда-то данные в результате некоторых операций становятся недействительными. Например, если данные являются указатель, если данными является указатель, соответствующая ему область памяти может быть освобождена. Если это индекс цикла for, после выполнения цикла он может остаться за пределами текущей области видимости. Если это указатель на запись в файле, он может стать недействительным в результате закрытия файла. В дополнение к терминам определения, использования и уничтожения, удобно иметь термины, описывающие выполнение какого-то действия над переменной сразу после входа в метод или непосредственно перед выходом из него. Итак, вход. Это поток управления входит в метод, после чего над переменной сразу выполняется какое-то действие. Пример. Это инициализация рабочей переменной в начале метода. Дальше. Выход. Выход – это поток управления покидает место сразу после выполнения операции над переменной. Пример. Присвоение возвращаемого значения переменной статуса в самом конце метода. Так, что бы мне продать? Смотрите, у меня есть два минигана. Один, походу, заряжен, а второй не заряжен. Значит, разряжаем и продаем. Да тут столько шмоток, тут можно столько денег поднять. Ого! Огнемета у меня сколько. Буду огнеметы продавать. Так, изменение состояния данных. Нормальный жизненный цикл переменной предполагает, что переменная определяется и используется один или несколько раз. И, возможно, уничтожается. И указанные ниже варианты, я их сейчас перечислю, должны вызывать у вас подозрения. Итак, первое. Определение-определение. Если вы должны дважды определить переменную, чтобы она получила свое значение, вам следует улучшить не программу, а компьютер. Даже если эта комбинация не является неверной, она впустую тратит ресурсы и подвержена ошибкам. Следующее. Определение-выход. Если речь идет о локальной переменной, нет смысла ее определять, если вы покинете метод, не использовав ее. Если это параметр метода или глобальная переменная, возможно, все в порядке. Дальше. Определение-уничтожение. Определение переменной и ее уничтожение указывает на лишнюю переменную или на отсутствие кода, который должен был бы ее использовать. Дальше. Вход-уничтожение.
Это проблема, если переменная является локальной. Переменную нельзя уничтожить, если до этого она не была определена или использована. Если, с другой стороны, речь идет о параметре метода или глобальной переменной, эта комбинация нормальна. Но только если ранее переменная была определена где-то в другом месте. Так, вход-использование. Опять-таки, если переменная является локальной, это проблема. Чтобы переменную можно было использовать, ее нужно определить. Если мы имеем дело с параметром метода или глобальной переменной, все нормально. Но если ранее только если ранее переменная где-то была определена. Что-то я не вкурил, ну ладно, надеюсь, вы вкурили. Дальше. Уничтожение-уничтожение. Переменные не требуют двойного уничтожения. Они не воскресают. Воскресшая переменная – признак небрежного программирования. Кроме того, двойное уничтожение губительно в случае указателей. Трудно найти более эффективный способ подвесить компьютер, чем двойное уничтожение или освобождение указателя. Дальше у нас идет уничтожение-использование. Вызов переменной после уничтожения – это логическая ошибка. Если код все же работает, например, указатель все еще указывает на освобожденную область памяти, это лишь случайность. И по одному из законов Мерфи программа потерпит крах тогда, когда это причинит наибольший ущерб. Кстати, да, есть, бывает такое. Бывает такое, когда указатель указывает на уже освобожденную область памяти. А в релизе обычно просто это, ну, а в релизах обычно эта область памяти ничем не перезатирается, и там лежат те же данные, которые были и до этого. Ну, а, но указатель освобожден. И такая хохма ходит. Быстрый доступ к только что освобожденной памяти не считается ошибкой. Конечно же, это ошибка, да, и такие баги, когда они вылазят, их очень трудно найти, если честно. Ого, 14 тысяч, вы что, сдурели? 6 тысяч только. Блин. Я понял. Так, ладно, сейчас тогда потрачу еще деньги. Так, дальше. Использование-определение. Определение переменной после использования может быть проблемы, а может и не быть. Это зависит от того, была ли переменная определена до ее использования. Если вы встречаете такую комбинацию, обязательно проверьте наличие предшествующего определения. Так, сейчас я 5 сек надо на паузу нажать. Так, да, тут кое-что тут надо было сделать. Так, проверьте код на предмет этих аномальных изменений. Состояние данных до начала тестирования. После их проверки написание тестов, основанных на потоке данных, сводится к анализу всех возможных комбинаций. Определение это определение-использование. Вот. То есть после проверки написания тестов это все сведется к определение-использование. Выполнить это можно с различной степенью тщательности. Это проверка всех определений. Протестируйте каждое определение каждой переменной, то есть все места, в которых какая-либо переменная получает свое значение. Это слабая стратегия, поскольку если вы тестируете каждую строку кода, вы и так это выполните. Проверка всех комбинаций. Определение-использование. Протестируйте все комбинации, включающие определение переменной в одном месте и вызов в другом.
Это более грамотная стратегия, так как простое тестирование каждой строки кода далеко не всегда обеспечивает проверку всех комбинаций. Определение-использование. Так. Что у нас тут дальше? Дальше разделение на классы эквивалентности. Хороший тест должен покрывать широкий диапазон входных данных. Если два теста приводят к обнаружению одних и тех же ошибок, вам нужен лишь один из них. Понятие разделения на классы эквивалентности формализует эту идею и помогает уменьшить нужное число тестов. Так, опять тут отвлекался, прошу прощения. Такое бывает. Так, ладно, идем дальше. Подходящее место для разделения на классы эквивалентности это строка 7 уже известного нам листинга. Чё? Что-то я такое читаю, не пойму. Какая строка 7? Блин, это опять не то. И не то, не то. Чё-то сегодня у меня не задался. Не задалось это чтение. Да тут просто неожиданно. Раз и такой пример, который не зачитаешь. Потом раз и какой-то отсыл куда-то. Так, что у нас тут дальше идет? Вот, вроде без примера. Угадывание ошибок. Формальные методики тестирования. Хорошие программисты дополняют менее формальными эвристическими методиками. Одна из них это угадывание ошибок. Термин угадывание ошибок довольно примитивное название вполне разумной идеи. Подразумевающий создание тестов на основе обдуманных предположений о вероятных источниках ошибок. Предположения можно выдвигать, опираясь на интуицию или накопленный опыт. Поддерживая списки ранее допущенных ошибок, вы повысите эффективность своих догадок. Ну и дальше рассмотрены конкретные виды ошибок, которые угадать легче. Анализ граничных условий. Одной из самых плодотворных областей тестирования является граничные условия. Ошибки. Занижение или завышение на единицу. Действительно, разработчики очень часто используют нам минус 1 вместо нам или больше равно вместо больше. Идея анализа граничных условий состоит в написании тестов, позволяющих проверить эти условия. Так, при тестировании диапазона значений, которые меньше максимального, возможны три условия. Это когда меньше максимального равно максимальному и больше максимального. Как вы видите, в этой ситуации мы имеем три граничных случая. Значение, которое меньше макс, само значение макс и минимальное значение, превышающее максимальное. Для исключения распространенных ошибок нужны три теста. И вот здесь, наверное, этот примерчик я зачитаю. Так, первый тест. Тест требует, чтобы истинное значение выражения было первым с истинной стороны границы. Иначе говоря, мы должны присвоить элементу какое-то значение, то там макс минус один.
Второй тест. Тест требует, чтобы ложное значение было первым с ложной стороны границы. То есть для этого мы макс там плюс один. Ну и тестируем, да, как отработает наша программа. Ну и третий тест – это когда мы проверяем саму границу. То есть мы присваиваем непосредственно вот это максимальное значение, ну, нашему, к примеру, индексу. И смотрим, как отработает наша программа. Так, это мы рассматривали граничные условия. Теперь сложные граничные условия. Ну, простые условия, теперь сложные граничные условия. Анализ граничных условий можно проводить также в отношении минимального и максимального допустимых значений. Более тонкий вид граничного условия имеет место, когда оно зависит от комбинации переменных. Например, что произойдет при умножении двух переменных? Если обе являются большими положительными числами. Или большими отрицательными числами. Или хотя бы если бы одна переменная равна нулю. Что если все переданные в метод строки имеют необычно большую длину? Например, там несколько тысяч. На это тоже надо тестировать. Потому что при умножении двух больших чисел, к примеру, может произойти переполнение. И что делать с этим переполнением? То есть в любом случае мы уже не будем иметь данные, которые мы ожидаем. Так, кто это такие? А, это эти. Братья Мортона. Хорошо. Так, классы плохих данных. Кроме граничных условий, программу можно тестировать на предмет нескольких других классов плохих данных. Типичными примерами плохих данных можно считать, и тут страничка переворачивается, надеюсь, я там не увижу примеров. О, нормально. Так вот, типичными примерами плохих данных можно считать недостаток данных или их отсутствие. Избыток данных. Неверный вид данных или некорректные данные, неверный размер данных, неинициализированные данные. Некоторые из этих случаев можно покрыть уже имеющимися тестами. И все же рассмотрение классов плохих данных позволяет создать еще несколько тестов. К примеру, тест такой. Массив из 100 миллионов сотрудников. То есть тестирование на предмет избытка данных. Конечно, объем данных, который следует считать избыточным, зависит от конкретной системы. Дальше, следующий номер теста, который, ну, новый вид теста. Это отрицательная зарплата. Это называется неверным видом данных. Дальше. Отрицательное число сотрудников. Это тоже неверный тип данных. То есть это как минимум мы три новых теста можем создать. Идем дальше. Классы хороших данных. При поиске ошибок легко упустить из виду тот факт, что номинальный случай также может содержать ошибку. Примерами хороших данных могут служить номинальные случаи, описанных в разделе, посвященном базисному тестированию. Ниже указаны другие виды хороших данных, которые стоит подвергать проверке. Проверка каждого из этих видов данных также может приводить к обнаружению ошибок. Итак, какие тут проверки у нас? Номинальные случаи – это средние и ожидаемые значения. Далее, минимальная нормальная конфигурация.
Максимальная нормальная конфигурация. Совместимость со старыми данными. Кстати, это, на мой взгляд, один из важнейших вопросов. То есть совместимость со старыми данными. Так, минимальную и нормальную конфигурацию полезно применять для тестирования не только одного элемента, но и группы элементов. Минимальная нормальная конфигурация гранична, аналогична граничному условию, составленному из нескольких минимальных значений, но отличается от него тем, что она включает набор минимальных значений из диапазона нормально ожидаемых значений. В качестве примера можно привести сохранение пустой электронной таблицы. При тестировании тестового редактора примером могло бы быть сохранение пустого документа. В нашем примере тестирование минимальной нормальной конфигурации добавило бы в набор следующий тест. Например, группа из одного сотрудника. Это тестирование минимальной нормальной конфигурации. Максимальная нормальная конфигурация противоположна минимальной. Она также аналогична граничному условию, но опять-таки включает набор максимальных значений из диапазона ожидаемых значений. Пример – это сохранение или печать электронной таблицы, имеющей максимальный размер. Заявленный в рекламных материалах. Так, это что? Я вроде купил легкий пулемет. В случае текстового процессора сохранение документа максимального рекомендованного размера. Ну, то есть это тест, да, такой. Так. У нас максимальная конфигурация, ну, к примеру, определяется максимальным нормальным числом сотрудников. Если бы оно равнялось 500, то следовало бы добавить такой тест, как группа из 500 сотрудников и тестирование максимальной нормальной конфигурации. И последний вид тестирования нормальных данных – это тестирование совместимости. Совместимости со старыми данными. То есть это тестирование вступает в игру при замене старого приложения или метода на новый вариант. При вводе старых данных новый метод должен выдавать те же результаты, что и старый метод. За исключением тех ситуаций, в которых старый метод работал ошибочно. Этот вид преемственности версии лежит в основе регрессивного тестирования, призванного гарантировать, что исправления и улучшения поддерживают достигнутый уровень качества, не вызывая проблем. В нашем примере критерий совместимости не добавил бы никаких тестов. Используйте тесты, позволяющие легко проверить результаты вручную. Допустим, вы пишете тест для проверки расчета зарплаты. Вам нужно ввести зарплату, и один из способов сделать это – ввести числа, которые попадаются под руку. Ну, к примеру, это может быть какое-то здоровенное число. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, там, 11, ну и все. И это хорошо. К примеру, вы ввели это число. Это довольно большая зарплата. Более триллиона долларов. Но если обрезать ее, можно получить что-то более реалистичное. Скажем, там, 90 тысяч долларов. Теперь предположим, что этот тест успешен, то есть указывает на ошибку. Как узнать, что вы обнаружили ошибку? Вы можете вычислить правильный результат вручную и сравнить его с результатом, полученным на самом деле.
Однако, если в вычислениях фигурируют такие неприятные числа, как 90 тысяч, там, $783, вероятность допустить ошибку в вычислениях не менее высока, чем вероятность обнаружения ошибки в программе. С другой стороны, удобные круглые числа вроде $20 000 делают вычисления сущим пустяком. Нули легко набирать, а умножение на 2 большинство программистов способны выполнить в уме. Возможно, вы считаете, что неудобные числа чаще приводят к обнаружению ошибок, но это не так. При использовании любого числа из одного и того же класса эквивалентности, вероятность нахождения ошибки одинакова. Так, надо бы что-то сейчас взять, потому что у того должны быть патрончики, которые я постоянно покупаю. А постоянно я покупаю вот эти вот патрончики. И надо бы, наверное, вот это взять и парочку вот этих вот пистолетов. Так, новая подглава. Типичные ошибки. Главная идея этого раздела в том, что для достижения максимальной эффективности тестирования мы должны как можно больше знать о нашем враге, ошибках. Итак, какие классы содержат наибольшее число ошибок? Естественно, предположить, что дефекты распределяются по коду равномерно. Если код содержит в среднем 10 дефектов на 1000 строк, вы могли бы ожидать, что класс из 100 строк будет иметь один дефект. Это естественное предположение, но оно ошибочно. Кейперс-Джонс сообщает, что в результате принятой в IBM программы повышения качества 31 из 425 классов системы IMC получили статус, подверженный ошибкам. Эти классы были исправлены или полностью разработаны заново, благодаря чему менее чем через год частота обнаружения дефектов в IMC клиентами снизилась в 10 раз. Общие расходы на сопровождение системы снизились примерно на 45%. Мнение клиентов о качестве системы изменились с неприемлемо на хорошо. Большинство ошибок обычно концентрируется в несколько особенно дефектных методах. Типичные отношения между ошибками и кодом таковы. 80% ошибок содержится в 20% классов или методов. 50% ошибок содержится в 5% классов проекта. Эти отношения могут казаться не такими уж и важными, пока вы не узнаете несколько следствий. Во-первых, 20% методов проекта обусловливают 80% затрат на разработку. Это не значит, что 20% самых дорогих методов являются одновременно и самыми дефектными. Но такое совпадение настораживает. Во-вторых, какой бы ни была точная доля расходов, приходящихся на разработку дефектных методов, эти методы очень дороги или дороги. В классическом исследовании, приведенном в 1960 году, специалисты IBM проанализировали операционную систему OS
на 360 и обнаружили, что ошибки не были распределены равномерно между всеми методами, а были сконцентрированы в нескольких методах. Был сделан вывод, что эти методы самые дорогие сущности в программировании. Они содержали целых 50 дефектов на 1000 строчек кода. А их исправление часто оказывалось в 10 раз дороже разработки всей системы. Затраты включали поддержку пользователей и сопровождение системы на месте. В-третьих, дорогие методы оказывают очевидное влияние на процесс разработки. Как гласит старая пословица «время – деньги». Справедливо и обратное. Деньги – время. И если вы можете исключить почти 80% затрат, избежав проблемных методов, вы можете сэкономить и много времени. Это наглядно иллюстрирует главный закон контроля качества программного обеспечения. А именно, повышение качества сокращает сроки и снижает общую стоимость разработки системы. В-четвертых, проблемные методы оказывают не менее очевидное влияние на сопровождение программы. При сопровождении программистам приходится сосредотачиваться на идентификации методов, подверженных ошибкам, и их перепроектированию и переписыванию с нуля. В вышеупомянутом проекте IMC после замены дефектных классов производительность труда при разработке новых версий IMC повысилась примерно на 15%. Классификация ошибок. Некоторые ученые попытались классифицировать ошибки по типу и определить распространенность ошибок каждого типа. У каждого программиста есть свой список наиболее неприятных ошибок. Ошибки занижения или завышения на 1, невыполнение повторной инициализации переменной цикла и так далее и тому подобное. Борис Бейзер объединил данные нескольких исследований и пришел к исключительно подробной классификации ошибок по распространенности. И вот резюме его результатов. 25,18% – это структурные ошибки. 22,44% – это ошибки в данных. 16,19% – это ошибки в реализации функциональности. 9,88% – это ошибки конструирования. 8,98% – это ошибки интеграции. 8,12% – это ошибки в функциональных требованиях. 2,76% – это ошибки в определении или выполнении тестов. 1,74% – это системные ошибки и ошибки в архитектуре программного обеспечения. И 4,71% это другие ошибки. Бейзер сообщил свои результаты с точностью до 2 разрядов после запятой. Но исследования типов ошибок в целом не позволяют сделать окончательный вывод. Разные ученые сообщают о разных ошибках, а результаты исследований похожих типов ошибок иногда различаются на 50%. А не на сотые доли процентов. Из-за таких больших различий
Выполненное Бейзером объединение результатов ряда исследований, вероятно, не способно дать нам точные информации. Но даже если имеющиеся данные не окончательны, на их основе мы можем сделать несколько общих выводов. Большинство ошибок имеет довольно ограниченную область видимости. Одно исследование показало, что в 80% случаев исправление ошибки требовало изменения только одного метода. Многие ошибки не связаны с конструированием. Опрос 97 разработчиков позволил выяснить, что тремя наиболее частыми причинами ошибок были плохое знание прикладной области, изменения или конфликты требований, а также неэффективность общения и плохая координация действий разработчиков. Как правило, ошибки конструирования лежат на совести программистов. В двух давнишних исследованиях было установлено, что из всех ошибок 95% были допущены программистами. Причиной 2% было системное программное обеспечение, то есть это компилятор и операционная система. Еще 2% это было другое программное обеспечение. А оставшийся 1% это оборудование. Системное программное обеспечение и инструменты разработки используются сегодня гораздо шире, чем в 70-х и 80-х годах. Поэтому я думаю, Стив МакКоннелл думает, что сегодня программисты несут ответственность за еще больший процент ошибок. На удивление, распространенной причиной проблем являются опечатки. В одном исследовании было обнаружено, что 36% всех ошибок конструирования были опечатками. Исследование почти 3 миллионов строк приложений для расчета динамики полета, проведенное в 1987 году, показало, что опечатками были 18% всех ошибок. В другом исследовании было установлено, что 4% всех ошибок были орфографическими ошибками в сообщениях. В одной из программ Стива МакКоннелла его коллега обнаружил ряд орфографических ошибок, просто проанализировав все строки. Исполняемого файла утилитой проверки орфографии. Внимание к деталям на самом деле важно. Если вы сомневаетесь в этом, учтите, что три самых дорогостоящих ошибки всех времен, приведшим к убыткам объемом 1,6 миллиарда 900 миллионов и 245 миллионов долларов, были вызваны изменением одного символа в ранее корректных программах. То есть вот так вот, да, три самые большие ошибки. Кстати, надо найти их и сделать видосик. То есть одна ошибка 1,6 миллиарда, вторая ошибка 900 миллионов, третья 245 миллионов долларов. Не кисло. Довольно часто причиной ошибок является неправильное понимание проекта. Компилятивное исследование Бейзера показало, что 16% ошибок было обусловлено неправильной интерпретацией проекта. В другом исследовании было обнаружено, что неправильным пониманием проекта объяснялось 19% ошибок. Посвящайте анализу проекта столько времени, сколько нужно. Это не обеспечивает немедленную выгоду,
Но в итоге окупается с избытком. Так, большинство ошибок легко исправить. Примерно в 80% случаев на исправление ошибки требуется менее нескольких часов. Где-то в 15% случаев от нескольких часов до нескольких дней. И только около 1% ошибок требует большего времени. Это подтверждает и Барри Бом, заметивший, что на исправление около 20% ошибок уходит около 80% ресурсов. Блин, собака зажала меня. Около 80% ресурсов. Изо всех сил старайтесь избегать трудных ошибок, выполняя предварительные обзоры тестирования и проектов. Оценивайте опыт борьбы с ошибками в своей организации. Так. Разнообразие результатов, приведенных в этом подразделе, говорит о том, что каждая организация имеет свой уникальный опыт борьбы с ошибками. Это осложняет использование опыта других организаций в ваших условиях. Некоторые результаты противоречат интуиции. Возможно, вам следует дополнить свои интуитивные представления другими средствами. Начните оценивать процесс разработки в своей организации, чтобы знать причины проблем. Так, на сегодня все. Блин, что он мне тут говорил? Ого, уже больше часа. Так, на сегодня все. В следующий раз, конечно же, продолжим. Что там внизу? Где внизу? Охранник склада. Ладно, поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся. Делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока!